Всем привет! Суббота! Поехали! Сейчас куда? Поедем сейчас в фикс прайс. Несмотря на то, что эконом приятно заботится. И когда какие-нибудь ништяки находятся в машине. Такие, как я рассказывала, раскраски, книжки, водичка. Мелочь, а приятно. Одна женщина говорит, вам надо запатентовать то, что вы возите детские книжки для детишек. Ну, у меня есть детское кресло, есть бустер. Было такое, что даже пассажиры едут и читают детям. Немало, просто действительно едут и всю дорогу читают книжки. Я сама с интересом слушала сказки. Там у меня есть книжки у меня, на которых мы росли. Они в хорошем состоянии, не стыдно так положить их. Но почему нет? Одной пассажирке я спросила, а вы еще будете читать? Так заслушалась. Кстати, даже попросили, они ездили в больницу на другой конец Москвы. И ребенок говорит, мама, мне, говорит, так нравится здесь. Такая тетя, говорит, хорошая. А давай с ней назад поедем. И они реально спросили, я их подождала немножко. В тот день, кстати, было не очень много заказов, это был понедельник. И мы назад благополучно вернулись в район без таксометра, естественно. В общем, хорошего дня мне и всем вам. Конфет не купила, купила салфеток, воды. Ну и нормально вообще, это моя инициатива. Конечно, можно со стороны сразу сказать, что это для чаевых в основном, но нет. Вообще это... Для рейтинга было создано впервые. То есть я уже не первый раз покупаю. Ну и клево, когда у меня как-то купили воду за 100 рублей. Ну, купили, в смысле, дали, говорит. Человек сел, очень, очень сильно пить хотел. Это не раз было. Ну, в один раз очень сильно вот этот запомнился. Человек сел, говорит, я так пить хочу. Я говорю, вон вода есть, возьмите. Он говорит, а можно, да? Говорит, и в конце, говорит, найти вам сотку. У них безнал был. Я говорю, за что у вас безнал? Говорит, за воду. Ну, я вообще забыла, то есть у меня вылетело из головы, я говорю, ой, спасибо большое. Ну, момент такое, приятно. Многие садятся, о, у вас так классно, комфортно. Водичка, салфетки, влажные салфетки купила для деток. Ну, я же детей вожу. Всякое может быть, и бывало, действительно, да и не только для деток. Кстати, пришел новый ответ от службы поддержки. Недавно ехала... Бензин заканчивался, высадила пассажира в центре и поехала быстро на заправку. Забыла закрыть заказ. Заказ был за нал. Потом начала звонить таксопарк, там никто трубку не поднял. Через час закрываю поездку, вместо 300 рублей на 800 рублей. Естественно, комиссия другая. И вот пришел ответ от службы поддержки, что пересчитают они комиссию. Спасибо, вы реально становитесь лучше. Да, действительно, это не реклама, это... Не раз мне служба поддержки такую ерунду отвечала, я им в один вопрос задаю, а мне шаблонами кидают. Мне... Я просто вот так долго смеялась, думаю, блин, вы что, ребят, вы вообще смотрите, что вы... Я ему так и написала, ребят, вы смотрите, что вы отвечаете. О, пришел заказ. 1,6 километров. Кто-то искал такси, и я открыла... Желаю легко таксометр добраться. И меня через отправляют. 100 метров. Поверните налево. 1,5 километра 7 минут. Ну, я надеюсь, быстрее. Это просто Яндекс глючит. А вообще, ага, я поняла. Он зовет на бульвар маршала Рокоссовского. Здравствуйте. Здравствуйте. Краснобогатырская у вас? Да, да, автозапчасти. А, этот, поняла. Добро а пожалуй, можно там выехать или только назад? Маршрут построен. Есть там, да? Ориентир. Поехали. Поездка по Яндекс.Навигатору займет 8 минут. Там я сзади дома жду. Там автозапчасти, автосервис. В смысле, сзади дома вы ждете? Я там сзади дома был. Через там? А он мне сюда метров. Привел. Поверните направо. А затем поверните направо. Да, я поэтому поехал сюда. Поверните направо. Да, да, спасибо, а затем я поняла. Поверните направо.
налево, налево. Ближе. Ну ладно. Ага. Да, уже вас. Я сам через тоже так сидел. 200 метров. Да? Поверните направо. Да, просто машина ременная, это порвался. Я здесь просто не часто, вот именно вот здесь катаюсь, а так я тоже в такси катаюсь. Да? Ну, в этом районе живу. Ну вот именно здесь не часто. Здесь живешь? На Преображенке. Да. Ну сейчас туда поедем, если я не найду запчасти. Поедем, отвезешь мне, где это? Что запчасти ищешь? Мне это ремень надо комплект из Nissan. А позвонил бы, узнал. Я в этом хожу. Где авиамотор, не мост есть? Я автопаскер там тоже бываю. Автопаскер, знаешь, магазины? Два магазина. Где я вот есть. Неотдалеко от Краснобогатырской, там автопаскер. А ты позвони и спроси, есть ли там у них. Тебе номер телефона найти? Давай. Сейчас. Я в автопаскере масло покупаю, последний раз там хорошую скидку купила. Да. Что-то 1500. Ну, рублей на 300 я дешевле купила, стоило 1800. Или около двух, я за 1500 масла купила, Shell, ну, который я постоянно покупаю. Я ну, себе есть... здесь покупаю почти 3000. Нет, я это авто... Автопаскер, я тебе... Кстати, автопаскер. Ну, кстати, по дороге, хочешь, проедем, посмотришь. Угу. Сюда, туда заедешь, а потом это... Мне ремень, грейм надо, дочь комплей, я имел. Два месяца назад поменял на 8. Сейчас, кстати, мимо будем проезжать того магазина. Ты сначала туда зайдешь, потом на Краснобогатырскую поедем. Давай так. А, вот здесь, который ты говоришь? Вот здесь, да? Где вот здесь? Вот по бульвару. Сначала будет. Через бульвару. На Рокоссовского. А светофоре? Ну, я туда постоянно езжу. А там это все из Жигули. А? Из Лада, да, все? Там, ну, не только. Я там все беру. На Хундай беру уже. Ну давай заедем по пути, давай, все равно. Мимо будем проезжать там. Поверните направо. Сколько раз? Если появилось? Там найдешь, я тебе карточку могу дать. У меня скидочная там есть. В этот автопаскер. Здесь? Ну. У меня есть 20. Какая? Синяя вот эта карточка? А? Какие синие? Покажи. Не, это не та у тебя. Я говорю, на которой мы сейчас заедем. Не, который сейчас заедем. Да. У меня на него есть карточка. Дай. Сейчас дам. Как работает? Днем работаешь? Ну когда как? Я ночной работаю, ночной нормально. Не, я ночью не езжу. Ночью пробка, нет, сами главное. Не будешь нервничать. А, ну это да. Через. Ну и цены метров дешевле. Поверните налево. А ты затем на... поверните на комфорте катаешь или на экономе? И это. Много эконома. Комфорт мало клиентов. Эконом много. Ну тогда. Ну ночью. Ну почти на неделе два раз, три раз. Вот это Дагестане, чеченцы, клиент попадает. Настроение испортит вот за эту ночь. Иногда нехорошо. Не, я ночью. Они убегают. Бегают, голодные. В общем, не, я ночью боюсь. Да? Ну, я девушка все-таки. Зачем мне ночью ездить? И они ничего не смотрят, да, просто уезжают, да? И... Поверните ну, на ночь. Это же ты мужчина, а я женщина все-таки. Да. Не, тут не сравнивать. Всякое бывает. Ну я звонил, Яндекс заказал, короче, ты сможешь отменить? Я не могу, а ты по телефону. Я по телефону. И давай я просто завершу сейчас, да и да, все, а потом. Заверши, да, ты. А ты не убежишь? А, что ты? В жизни все. Мне надо звонить. Крутой поворот направо. А затем поверните направо. Я тогда закрою поездку? Да, да. 200 рублей. Для улучшения как качества обслуживания, а ты мне деньги, поставьте да? нам оценку в приложении Яндекс.Такси. Я тебя подожду.
Конечно, конечно. У меня, кстати, мужик недавно ехал. Я сам работаю, знаю. 200 рублей. Доехали до автозапчасти. Вот это с утра час работал, смотри. Шикарно. Почти 2000 заработал. Рамен порвался. Слава так, Богу, сейчас. Дам тебе карту. Мотор ничего не случился. Ну это да. Я говорю, мужик ехал недавно, кстати, мне надо в один магазин, другой запчасти магазин. Я говорю, что? Он говорит, и ушел. 200 рублей. Я говорю, прикольно ты. Да, я знаю, так и есть. Я магазин жду, он заходил, сказал, что будешь? Я говорю, ничего не надо мне. Самое главное заплатить. Говорит, хорошо, сейчас я сигарет возьму. Он зашел и задний магазин убежал. Я жду. Давай, я тебя жду. Да, да, взял. Кстати, пока записываю, пока сижу, жду. Пойду дарю в детские кресла. Детские кресла один раз фотографировать, да? Слушай, а то кресла не дадут заказ. Иногда, кстати, очень хорошие заказы бывают. Я детей люблю, почему нет? Реклама, но... А, за брендинг вот этот? Это за просто больше заказов дает. Просто больше. У меня друга каждый месяц 2000 заплатит. Это кто? Как за... Так. За рекламу мне ничего не платят. Почему? Не знаю. Короче, это поедем. Автозаводская мост. Поехал. А сюда, Краснобогатырская, заедем давай? Нет, поедем туда. А здесь ты звонил? Под заказ надо, да, звонил. Говоришь, ждешь завтра или послезавтра. А ты знаешь, какое, как ехать налево, туда? Да, да. А затем налево. Поверните направо. Я понимаю. Здесь налево. Да, я знаю, что где лево, где право, не волнуйся. Поверните направо. Алиса, не купить надо. У меня Вера Брежнева. Оставим в прошлом, у нас новый путь. Через 100 метров на светофоре поверните направо. А какой там адрес, знаешь? Нет. Ну, поел, заедем на второй мост. Прямо внизу мост находится, может, знаешь. Нет. Ну, может, визуально, конечно, знаю. А сколько отвезешь? Поедем, приедем обратно, вот где мне забрал. Да. Ну, посмотри по Яндексу, сколько будет стоить? А, у меня нет. Прямо? Приглашения нет. Значит, будем торговаться? Ну, общий 600 рублей, а то. Давай мне. До конца Рокоссовского. До конца Рокоссовского, спасибо. И на набережную, да, едем? Да, ну, хочешь здесь на светофор тоже надо. Это это. Да, на Бойцовую сейчас поедем. Да. Я 13 лет здесь таксую, знаю все. Ну я вот тоже неплохо район. Приезжающие районы все знают. Здесь вот. Черкизовский, Преображенский, Сокольники, еще Галяново, Ярославский, сейчас все. Ничего, что я покурю эту штуку? Да, конечно. Да, это районы все без навигатора. Мне это, брат в такси работает, он говорит, поставь детское кресло. Иногда, когда там тариф повышается, детское кресло тоже тариф хороший дает. Например, если эконом у меня, ну там на 200-300 рублей дороже кресло стоит. Я аренда вообще. Нет, у меня в кредит тоже. Ну тоже хрен слаще редьки. Я выкупился машине. Каждый месяц 40 тысяч. Но у меня... На 8 месяцев закрывал. 400 тысяч. Пусть она отмена 2016. Нормально? Да. Ну, честно, мне что-то не понравилось Альмера внутри. Я хотела себе Альмеру. Вообще, знаешь, вот это жесткий. Мягкий такой, небольшой салон. И... Ну, не знаю, мне, просто... мне торпеда не понравилась. Торпеда некрасивая. Да, мне... Ну, зато... так...
как Мерседес его прислал, большой такой. И экономный на самом деле. Я каждый день 800 рублей бензин наливаю. Честно я скажу, зачем? 4000 заработаю чисто. Ну, ты сколько часов работаешь? Ночью я работаю. А, ну, по сколько часов? Всю ночь? 9-10 часов выхожу до 8 утра. А, по 12 часов, да, ездишь? Да. Надо утренний час пик катать. Не до 8 утра, а часов до 10 утра. Лучше попозже выходить. Ну, пробка уже начинает. А, ты пробки не любишь? Налево жмёшь. Не, я поеду направо, я тебе хочу здесь. Налево жмёшь. Я знаю, я здесь знаю, не волнуйся. Не, налево надо. Надо направо и налево. Не, жесть, налево. Да мы на набережную заедем так же. Знаешь, почему здесь? Я тебе объясню. Утром ты ездишь без пробок или когда? Вот сейчас мы объедем два светофора длинных. И будут два коротких. Там мы едем один светофор и второй. И иногда вот бывает, не помещаешься в линию, ты должен встать в одну линию, чтобы повернуть налево. Мы же едем на набережную, правильно? Да, да. Ну вот. А здесь два. Один пешеходный. И один, и потом мы направо уходим, и стрелка права чаще загорается. Здесь все ездят, когда объезжают. Многие, кстати, даже не заморачиваются, а сразу едут налево. Вот здесь 10 секунд светофор, один. И потом быстрее, правее линию занимаешь, и попадаешь быстрее направо. Ну, то есть, особенно я же-то по пробкам езжу. Да и вообще... Вот с той линии мы бы сейчас налево повернули. Видишь, сколько там стоит? И там намного реже светофор загорается, чем вот здесь. Ну, то есть здесь быстрее минут на 10. Я не раз путь сокращала здесь. То есть вот так объезжая. Здесь все ездят, кто знает. То есть намного быстрее на самом деле. Так хоть на такси покатаешься, да? Наверное, давно никто не возил. Скоро геморрой был. Это чего, Дашка? Можно попить? Да, попей. Возьми еще моё вот что-то. Ну, похолоднее. Вот возьму. Похолоднее вот это. Спасибо. Ну, не за что. Не знаю, ну, я просто дует, всегда, да? Постоянно покупаю. Что? Это электроник так дует, смотри. А, это пар идет? Пар, да. Ну, он не вредный, как сигарета. Ну, да. Пахнет. Да, там кофе. Вот, видишь, ну, здесь правая стрелка намного чаще загорается. Вот здесь осторожно, всегда камера есть, знаешь, да? Где? Знаешь? Где? Вот здесь. Вот здесь? Да, на трамвай пути не надо стоять. Ты думаешь, почему я сюда? Я закрывай дверь, пожалуйста, сейчас мы это... Каждый два недели я 5000 за штраф заплачу. Вот я поэтому говорю, объезжай вот здесь. Где я объехала, чтобы не было, ну, камер? Не здесь. В смысле, эти камеры ловишь, которые Falcon, да? Да, полосам года, да. 10, которые, да, стоянка 10 секунд? Да, где-то 5000 приносил. Нет, я просто приложение поставила, где эти камеры. А это обманывает. Не обманывает, нет. Обманывает. Я платное приложение поставила. Я в месяц за него плачу. 70 рублей. Зачем штрафы? Впереди камера на 60. Вот у меня, она прям до метра показывает. Вот 90, 50 метров камера, вот она камера. 20 метров. Он эти камеры, фальконы показывает. Вот фу, я, короче, стала им пользоваться. Один раз забила, ну, телефон поменяла. И у меня опять штрафы пошли. Сейчас вот камеру эту настроила. Вот эта камера для чего у тебя? Салон снимает. Для безопасности? Ну и для этого тоже. Ну, не который я знал, у них в Ютубе есть сайт какой-то. Ну да, да, пытаемся сайт. У тебя тоже есть, да? Ну, мы только начали. Посмотрим, вдруг получится. Блок. Ну, на самом деле, немного девушек в такси, чтобы показывать, как работают. Я думаю, тебя... Ютубе обидел. Ну, можно выложить, почему нет? Я думаю, да. У тебя все есть, да, машина? Молодец.
книга, что ли, смысла не было, да, читать. Это детские книжки. Детям читаем. Ну, у меня же детское кресло, детям читают книги. Так хорошо. А, ваша карточка, спасибо. Ну не знаю, я масло там покупаю, максимум за 2000 беру. И там, и вот здесь масло. 2600, вот только что сказал. Меня бесплатно. Масло 2600, замена бесплатно, да? Так, 2600 плюс 1000... Какой 1000? А, на 500 рублей наши тачки поменяют. Нет, плюс 1000 этих, фильтра мы берем все. А, фильтры? Ну да. Местами они, у меня 1600. А, 2600. Ну, у меня, грубо говоря, 4000 где-то поменять масло около. Ну как, а только получается или нет? Когда? Ну сейчас майские, сейчас не очень много. Вообще Яндекс любит брендированные автомобили, обклеенные. Вот такие. Какие? Ну, чтобы было Яндекс написано, брендированный автомобиль любит. Я хочу скоро трактор купить на Яндекс. Кого? Трактор. Трактор? Да. В смысле на трактор? Яндекс принимает трактор. Знаешь, что? Нет, это что такое? Трактор, не знаешь? Нет, не знаю. Что это такое, расскажи. Ну, на деревне как пахать? А, на тракторе есть? Да. Да ну, ты прикалываешься. Нет, некоторые вешают просто плафон. И тоже. Какие? Ну, я говорю, чтобы больше заказов Яндекс давал. Некоторые плафон вешают наверх. Ну, это... Фонарь. Яндекс. Фонарь. Ты на сколько заправляешь? Ну... Тысячи? Ну, где-то так, на 1000 рублей, да, по-разному. Если много, ну, езжу много заказов, то по 1500. Ну, это ну, когда второй. Ну, еще один секрет есть, тоже ты использовал, да, это секрет? Какой? Иногда холостой им тоже надо ехать. Ездишь холостой? В смысле, без клиентов? Ну, на спуск. Надо газовать, ехать холостой, надо сделать и все. Нет, не езжу. Это секретный. Чтобы неприятный бензин экономил. А, на спуске с горы без этого, на газ не давить, да? Да. Но это бывает, но тут же не везде так. Это мы так по серпантину ездили. В горах. В горах, да. А это ты куришь за то, чтобы бросать сигареты, что ли? Я уже сигареты не курю. Ну, когда это начинал? Ну, я 15 лет курила сигареты. Уже второй месяц эту штуку курю. Просто, ну, кашлять сильно стало. Лучше носовой курить, чем это. Что курить? Лучше вообще не курить ничего. Лучше носовой. Хотя иногда такие пассажиры, от которых реально потом курить хочется, блин, нервы все вытрубят. Чем это сигареты, вот это электроника. Лучше носовой курить, тот хорошо. Носовой? Да. Это что такое? Ты знаешь? Нет. Покажу тебе. Не знаешь? Нет. Тоже как это, да, сигареты? Это лучше. А, не, я такое не курю, спасибо. Почему? Это что-то такое, какая-то фигня. Какой фигня? Это лучше сигареты. Ну, я не знаю, я такое не знаю. Просто это лучше сигареты. Ну, да. Будешь спокоиться, знаешь, не будешь нервничать прямо здесь. Да, я знаю. Я приезжаешь и знаю, да, ты здесь живешь, не знаешь. В смысле? Я знаю, я не местная. Что это я не знаю? В смысле, я не знаю, я сюда доехала без твоего совета. Не договаривай. Да, не нервничай. Я не нервничаю. Ну, я здесь я знаю точно, просто я у вас там не знала. Как назвать ваши бар? Это? На YouTube как надо найти вас? На YouTube? Да. Оля таксует? Оля. Таксует. Таксует.
и найду, покажу, найду сама. Сейчас, секунду, еду. Ну, у меня новый канал, я недавно создала, недавно. У тебя есть подписчики? Неа. Ты первый уж. Да шучу, там вот, есть. Ты меня поставишь, и все, тебе все таджики собираются. Хорошо. Вот я. Был такой клиент, но тебе не заплатил. Вот я как раз рассказываю, 2500 полдня катался со мной и заплатил. Да. Перед Новым годом было. Ну, по виду какой это был. Парень. Они просто еще. Парень был? Да. Они позвонили еще. Стильно. И говорит, сказали, мы в конце заплатим. Я говорю, хорошо. Прямо направо. Они предупредили сразу и сказали, что они в конце заплатят. Стильно такой мужчина, да. Да. Давай здесь, там тебе трудно. Да не трудно, я нормально езжу. Я боюсь. Не бойся. Это твоя, да? Три мои. Будешь в аренду сдавать, да? Четвертый на прямом. Будешь в аренду сдавать, да? Да, вот это два. Вот это, да? Вон Nissan стоит, вижу. Nissan и Kia. Все, мирасчет. Да, да, спасибо. Все, давай, счастливо. Хорошего ремонта. Ну, в смысле. Спасибо. Щедрых пассажиров тебе. Спасибо. Водичку только забери, пожалуйста. О, то, что ты хорошо. Да. Всем салам алейкум, таджики. Давай, счастливо. Спасибо. Хорошо, давай. Пизде, надо уметь ездить, все, а не по... 600 рублей дал, а вообще еще 200-800. Нормально, нет, шикарно, мы немного проехали. У меня дежавю, мы едем ровно туда, куда я первый раз, первый заказ приняла. А затем...